We'll be right back.
Всем доброе утро! В эфире очередной выпуск с планеты Red Wave. И сегодня... Мы сидим на тех же самых местах. Да-да. И я, так как я большой любитель фирмы «Аудиотехника», или как однажды я смотрел обзор, чувак не знал, как сориентироваться, американец, он ласково говорил: «Аудиотехника, техника, I don't know, техника». В общем, эти микрофоны мне очень нравятся, потому что они модернового склада. Они не стараются повторить что-то, они пытаются сделать что-то свое. И у меня целый сет и на гитары, и на барабаны этих микрофонов. И некоторые из них, самые интересные, я принес сегодня, чтобы посмотреть на гитарном кабинете. Вот, например, этот Audix. Специально. Да, к слову об аудиотехнике. Да-да. Я специально попробовал, потому что никак не могу понять, для чего он создан. Хоть на сайте и написано, что он для напольного тома, но... Мне кажется, трещотки на него отлично записаны, да? Может, до 10, по-моему, килогерц, после 10, все у него срезано. То есть он абсолютно не яркий. Я думал, что это как раз будет очень круто звучать на гитаре. Весь зуд уйдет. Что из этого выйдет, мы скоро с вами услышим. Держи. Еще какие у нас были? Классика 57-й, просто чтобы, ну, чтобы было от чего отталкиваться. Да. Просто чтобы был. Замена 57-му. Это аудиотехника ATM-650. Динамический микрофон, гиперкардиоидный, что я замечу. То есть он... направленность, узкая направленность, да, уже чем у 57-го, поэтому какие-то сторонние шумы он берет меньше. Для концертной работы это круто, и для рабочего барабана, например, это очень круто, чтобы не забирать хэд. Это шикарный микрофон. Pencil style side address, какие вот слова я знаю. 450 этот, да. Да, ATM-450, кардиоид конденсер. Звучит очень круто почти на всем, на чем я пробовал. Тарелки, рабочий, гитара, дудка, баян. Вот идеальный микрофон, просто он для всего. Да, снимает жизнь. Супер круто. И микрофон... которым пользуется группа Metallica, ну и я, конечно, тоже. ATM-2500. Его цимус в том, что он двухкапсульный, динамический и конденсаторный, почти чистый. Причем у динамического микрофона тоже срезано очень сильно вверх, до, по-моему, тоже 10 кГц, что крайне положительно сказывается на... гитарном усилителе. У Металлики такие стоят в бочке, и оба гитариста ими снимают комбики. Конечно, ты мне сейчас будешь рассказывать про то, что они на Axe FX уже играют. Но в свои годы, когда они этим занимались... Когда еще не было этого, да, микрофона? Нет, когда еще не было Axe FX, они использовали это и создали импульсы. А я знаю секрет, они создали импульсы собственноручно. Из этих микрофонов, и на них играют в Axe FX. Поэтому этот AE2500, это есть фирменный звук Metallica. То есть берете Fender Blues Junior, AE2500 и, в общем-то, Enter Sandman у вас в кармане. Что ты думаешь? Я вот хочу немножко поподробнее вот поговорить об этом микрофоне. На самом деле, первый раз сталкиваюсь с этим микрофоном, аудиотехника ATM-450. Мне он очень понравился. Что меня в первую очередь, я бы даже сказал, восхитило, это то, что он невероятное давление выдерживает, этот микрофон. То есть его можно поставить даже на малых барабаны, и, в общем-то, вы будете счастливы. И я был приятно удивлен, когда мы послушали гитары, и это очень интересно, очень хорошая атака, очень насыщенный звук, очень
достаточно достоверный звук, то есть без примеси лишнего презенса, бриллианса, никаких мутных искажений. В общем, все то, что нужно от гитары, есть вот в этом микрофоне. Еще хотелось бы вот про этот микрофон тоже поговорить. Не знаю, я вообще не особо фанат аудиотехники, но вот этот микрофончик, мы только что его слушали, и в варианте звучания по отдельности мне он понравился меньше. Но когда ты включаешь сумму и слышишь два капсуля, то в целом впечатление создается очень положительное, и думаю, что это отличный микрофон для того, чтобы иметь его в своем арсенале, и когда вы занимаетесь записью, и у вас есть время, возможность, желание, самое главное, это самое главное, для того, чтобы экспериментировать, пробовать, искать звук, то этот микрофон будет отличным помощником в этом деле. Основная идея их была в том, что капсулы настолько близко, что они в идеальной фазе. Ну, насколько это возможно, максимум, то есть абсолютно почти в одной точке, за исключением физических размеров самих капсулей. Что касается этого микрофона, это ATM-650, гиперкардиоид, хотя и все и говорят, что это а-ля реплика 57-го, по мне так это вообще абсолютно разные микрофоны, и очень неплохой микрофон, хороший, да, можно с ним работать, но не знаю, я привык к своему 57-му. Старый, добрый, 57-й. Да. Это помада 57-й между нами стоит $100, а этот 60. Цена за новый. Ну, да, в общем, неплохой микрофон. И касательно вот Audix D4, я не знаю, честно говоря, не использовал его никогда раньше и, скорее всего, не буду использовать его никогда. Хотя мне нравится... Нет, ой, не зарекайся. Да-да-да. Хотя мне нравится... D6. D6, да-да-да. Большой бочковой с мощным вырезом середины. Вот такой бы я, да, наверное, заимею в ближайшее время. А вот что касается этого микрофона, ну, можно его купить, если у вас есть все. Ну, я купил его, потому что мы использовали... Потому что тебе его подарили. Нет, мы используем на томах прищепки от аудиотехника. Забыл, какой цифры. И наш барабанщик сказал, я хочу, чтобы у меня было 8 томов. Я сказал, ну, тогда нужно докупить еще микрофоны. И я стал выбирать, стоят они одинаково. Вот что те прищепки, что этот, но здесь... В рекламной брошюре было написано, что этим сетом снимает Эрик Клэптон. Барабанщик Эрик Клэптон снимается вот этим сетом. Я подумал, ну, вообще, ребята, надо попробовать. Если музыка говно, то микрофоны не помогут. Или старые пластики. Мы не вправе осуждать творчество, но старые пластики и старые струны... Но это мы вырежем. Мы можем сказать, что это плохо. Поэтому... Пытайтесь, пробуйте разные микрофоны. На самом деле нельзя сказать, что вы возьмете Mesa Rectifier, поставите 57-й, и у вас вы откроете себя. У вас просто будет звук, как у всех, стандартного шаблона. И в этом есть определенный плюс, но нет никакого прогресса. На самом деле опираться на звучание микрофона не стоит, прям, не знаю, падая в бездну и прям доверяясь этим тестам на все 100%, потому что очень много составляющих и очень много факторов, которые формируют звучание гитарного сигнала. И микрофон в данном случае это должен быть инструмент, который максимально четко передаст то, что вы хотите услышать. То есть, соответственно, когда у вас есть парк, определенный парк таких микрофончиков, и вы знаете, например, что у этого хорошая атака, у этого хорошие там еще что-то, и пятое, и десятое, то вы можете формировать свой сетап и доносить то, что вы хотите донести максимально точно и без потери этого исходных данных. А так... Собственно, что все микрофоны хороши. Good.
Это не дать не взять. Да? Потому что я их принес сюда. Что ж, до, так сказать, следующих выпусков, возможно, мы что-то еще принесем в студию и постараемся записать. У меня есть отличная арфа на 900 килограмм. Возьму троих таджиков, и мы ее сюда приволочем, и это будет очень круто. Также есть секретная здесь именно в студии Red Wave разработка играть в синтезатор, или как это называется? В рояль. В рояль. Секретный гитарный вход в рояле. И это что-то с чем-то, как-нибудь мы обязательно вам покажем. Поэтому подписывайтесь, следите за новостями. С вами был я. И я. И он. И все мы находимся в замечательном месте.